До приезда сюда были ли у вас опасения по поводу безопасности поездки в Мексику? Развеялись ли они? И что именно изменилось в вашем отношении? Как с этим помог персонал Санта-Марии? Вы знаете, я не знаю, в общем, когда я сюда собиралась, меня моя семья отправляли как на войну. Со мной было очень много средств для дезинфекции, очень много. Маски, несколько упаковок и такие наставления, что я даже я ехала и не понимала, зачем и куда я еду. И точно так же были опасения в отношении безопасности, ну, что может быть какой-то криминал. В реальности вы даже забудьте про это, потому что у меня ощущение такое, что здесь ковида не было, нет и никогда не будет. Все очень спокойно, конечно, в общественных местах маски, но вы не будете в этих общественных местах, потому что время пролетает как один день, и оно все заполнено процедурами. Поэтому, а насчет криминальной обстановки, ну, мы в абсолютной безопасности здесь, мы гуляем по этим полям, по берегам, все в порядке.